Во Владикавказе сегодня завершился еще один чемпионат. Ежегодный открытый кубок Северной Осетии по художественной гимнастике. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера России Казимы Дулаевой. В нем принимали участие гимнастки из Ставропольского и Краснодарского краев, Южной и Северной Осетии. Подробности в материале Георгия Дзапарова. Маргарита Белимович занимается художественной гимнастикой 15 лет. Говорит, в зал ее привела мама. Нужно было исправить осанку, но через год Маргарита уже была уверена, спорту готова посвятить всю жизнь. Последние 3 месяца я побывала в 3 странах. Начиная с Казахстана, я там завоевала 5 золотых медалей. Через месяц я уехала в Грузию, там было 4 золота и 1 серебро. И вот буквально 3 дня назад я съездила в Израиль на соревнования, заняла там 2 первых и 3 вторых места. Кубок Осетии по художественной гимнастике – ежегодный турнир. В этот раз в нем участвуют 120 гимнасток из Северной и Южной Осетии, Ставропольского и Краснодарского края. За выступлениями наблюдает строгое жюри, фиксирует каждое нарушение. Этап ответственный. Чтобы победить, программу нужно выполнить безукоризненно. Важно правильно подобрать музыкальное сопровождение. Хороший шанс на победу есть у наших гимнасток. Сегодня дети выступают. 2 предмета – скакалка, обруч. Первый разряд делают без предмета, обруч, скакалка по возрасту. И завтра у них булавы, лента. У нас девочки на Руси выступают. Сейчас у нас по первому разряду девочка Кадзонова Амина, перешедшая уже на кандидата в мастера спорта. У нас мастера спорта – это Белимович Маргарита, Туаева Аделина. На турнир есть и постоянные участники. Команда из Краснодара приезжает на Кубок Осетии не первый год. Спортсмены считают турнир хорошей возможностью проверить силы перед более сложными стартами. Мы приезжаем уже на эти соревнования 3-й год. Нам очень здесь нравится, очень серьезный уровень гимнасток, очень хороший уровень подготовки спортсменок. Вот. Очень приятно и занимательно с ними соревноваться. Уровень организации соревнований шикарный. У вас очень подготовленные профессиональные педагоги, профессиональные тренеры. Призеры турнира получат медали и кубки, а главное – возможность выступить на престижных соревнованиях. В Кубке Осетии спортсменки 3 возрастных категорий. Это первый разряд – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. В каждой категории определят 3 победителей. Из них составят сборную, которая в следующем году будет представлять Северную Осетию в чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по художественной гимнастике. Георгий Дзапаров, Игорь Войцеховский, Новости Осетии.